Только самые крутые ребята ставят лайк за 3 секунды. Ребята, всем привет, и мы сегодня начинаем играть в игру под названием Earn to Die 3. Да, вот так вот она неожиданно выходит, третья часть. Я у себя на канале прошел первую часть полностью, наполовину у себя именно на канале прошел вторую часть. Так-то вторую часть я прошел полностью, именно не на запись, да, у себя там на планшете. Просто так по фану играл, когда было свободное время. И вот, неожиданно выходит третья часть. Кстати, вы ее можете скачать по ссылочке в описании, самая будет первая ссылка в описании. Обязательно переходите. Ну и раз вы, ребят, переходите в описание, не забудьте поставить лайк, ну и, конечно же, подписаться, если вы не подписаны. Я вот прошу в качестве благодарности подписаться и поставить лайк за ссылочку, за то, что я ставил, ребят, ссылочку в описании на скачку. Но, ребята, не все так просто. Ее сейчас нельзя скачать из Play Market. Она там недоступна. Даже если вы найдете ссылку на вот это вот приложение в Play Market, то вы никак оттуда не скачаете. Если даже откуда-то с левого сайта скачаете, то, скорее всего, у вас будет выбиваться типа уведомление, что данная игра скачана не из Play Market. Сейчас эта игра, видимо, вышла только в Америке или в Европе. Ну, короче, где-то там. У нас здесь в странах СНГ, в России, в Украине она почему-то еще недоступна. Но есть обходной способ. Если вы захотите, чтобы я вам его показал, вдруг вы не сможете скачать эту игру, разобраться и, собственно, в нее поиграть, давайте я отдельный ролик запишу. Давайте наберем 1000 лайков. Если наберется, завтра уже буквально я, то есть где-то примерно через 20-30 часов, я на канале выложу ролик, где я вам покажу, как же все-таки скачать эту игру, и не просто скачать, а еще и поиграть. Окей, давайте приступим к нашему сегодняшнему обзорчику. Игруля очень крутая. Короче, вот такие вот у нас есть машинки, смотрите. Офигеть! Это что такое? Это что за ракетмобиль какой-то? Да какая-то пожарная, что ли, машина, я не знаю, что это такое. Какой-то военный джип, да. Как же такой джип называется, не помню. Так, оу, грузовик с турбиной. Это что-то тоже, какой-то полуснегоход, полу... Не знаю, как назвать, блин, очень как-то странно выглядит машинка. Такой вот военный тоже грузовик. Ну, это у нас был военный, типа, такой джип, или это вообще не военный. Не, ребят, это, наверное, вот знаете, типа, для внедорожья такие... Там на всяких соревнованиях, да, там всяких гоночках оффроуд используются такие вот. Это военный, видимо, какой-то грузовик, что типа Феррари реактивный. И вот такой вот просто огромный драндулет, хотя эту машину, наверное, сложно назвать, да, драндулетом. Короче, огромный такой вот мастодонт. Это, видимо, финальный, да, уровень. Да, вот, ребят, все. Окей, давайте начнем. Игрушка прикольная, надеюсь, мне рекламка не будет выбиваться, как в предыдущих частях, каждые пару секунд. Кстати, вам лайфхак, если вы хотите, чтобы рекламы не было в игре, вообще там в эмуляторе у вас на планшете, вдруг кто не знает, или там на телефоне, отрубайте просто интернет. Вырубайте Wi-Fi, либо интернет, и у вас не будет рекламы. Такой вот лайфхак. Поставьте обязательно за него лайкосик, если, конечно же, знали про этот лайфхак. Так, окей, go. Oops, looks like if I forgot to upgrade my car. Ага, нужно апгрейднуть сначала, ребята. Так, давайте, может, мы прокачаем... А это что такое? Less boost, ага. А где вооружение вообще? Нету, что ли, вооружения? Куда оно пропало? Да, жестко как-то. Давайте вот это вот прокачаем. Поехали. Оу, посмотрите, офигеть просто. Давай, давай, топи. Давай, давай. Нормально вроде едем. Ой, нас зомби догоняет. Вы посмотрите, там за нами зомби едет. О, как эпично. Вы это видели? Так, буст, буст. Буст врубаем. У меня новый рекорд. Зомбарь получай. Блин, по мне стреляет. Вот засранец. Не, ребята, игрушка прикольная. Вот я не помню, почему за нами зомби гоняется на какой-то огромной фиговине. Так, я заработал сколько? $15. А это что такое? А, это, видимо, деньги на покупку машины, да, или как? А это детальки типа на прокачку. Давайте, кстати, колеса прокачаем. Воу. Нормально, да. А чем, что изменилось? Или, да, изменилось, по-моему, что-то, да, видимо? Я что-то не заметил просто. Так, давайте, окей. Поехали быстрее. Next drive 1000 футов. Ага, понятно. Типа, чтобы следующему ходу машину или контрольную точку открыть. Видимо, контрольную точку. Машина, как в предыдущей части, во второй, будет открываться там после двух или трех контрольных точек. То нужно нам проехать, ребят, 1000 футов, да, получается. Ну, давай, давай, еще немножко... Вот, блин, на рекорд не пойдем. Да, ребята, нас убивают. Вот так вот печально. Так, заработали мы немного, да? Немножко меньше. Так, 270. Колеса давайте. Колеса вообще улучшаются?
Я что-то немного не пойму. Все, давайте сразу турбо мы врубаем. Воу. Нормально, мы так ускорились. Не, игра, ребят, очень прикольная. Вот такие вот игры, это в стиле убивания времени. Когда тебе нечем заняться, или там, не знаю, сидишь на уроке в школе, или еще где-нибудь. Я всегда любил в школе поиграть в игры. Ну, не только в школе. Так, гараж. 13, что, блин, все меньше и меньше. Так, 233 у нас уже на прокачку дается. Давайте, наверное, трансмиссию прокачаем. И еще разочек. А, у нас даже еще есть деньги. Давайте руль. Ну, типа, лучше, чтобы управлялось. А, я понял, ребят, здесь вообще нету прокачки у машины. Ну, именно, как раньше было, да, обвеса именно. То есть здесь изначально что-то установлено, все, точнее, установлено, все, что возможно, да? И ты это прокачиваешь, ты это уже не можешь там что-то новое покупать. Ну, как по мне, немножко это плохо. Хотя вторая часть очень, знаете, такая долгая. Я вот прям долго в нее играл, чтобы пройти. Какая-то она уж слишком сложная, долгая. Там, чтобы одну машину пройти, нужно несколько часов, блин, потратить. Я помню, я первую часть прошел всего там за несколько часов. Блин, реклама все время такая. Выскакивает, типа, давай, посмотри рекламу, мы тебе удвоим денежки. Так, давайте вот это вот купим. Поехали. Неплохо пока все идет. Давай еще немножко заедь. Да, нормально, нормально. Ну спокойно давай. New record, е-е-е. Турбо врубаем. Зомби загорелся. В плане графики игра реально улучшилась. Но вот прокачки, что-то мне пока что это не особо прям очень понравилось. Ну, хотя новая часть все равно прикольная. Кстати, тут есть карты, да, какие-то разные. А, вот, смотрите. Типа, когда мы три контрольные точки проедем, у нас откроется Dust Hills. Потом какая-то зимняя карта, оу. Пустыня. Болото. Ну, типа, индустриальный, промышленный район, во. Промрайон. Зимние горы, руины. И, ну, типа, поля для лыжников. Не знаю, как назвать. Так, ой, это не то. А как отсюда выйти? А, вот, все понятно. Вот сюда нажимаем и все. Блин, я же хочу следующую машину. Когда она мне уже откроется? Надо, видимо, все вот эти три контрольные точки, да, пройти. Каждый раз нужно машину прокачивать. Оу. Давайте движок, да, ребят, давайте двигло прокачаем. Ну, я думаю, по классике будем, наверное, по одной серии, типа, сделать. Короче, в одной серии мы будем прокачивать по одной машинке. Во. Как-то примерно так. Но это не точно. Посмотрим, какая игра по сложности. Ну, вообще, в идеале, да. Я так пытался делать. С первой частью это легко у меня получалось. Вот со второй частью мне приходилось перед записью еще, блин, час играть. Ну, блин, да, обидно то, что те ролики не особо тогда посмотрелись хорошо. Но зато игруля прикольная, мне понравилась. Нормально. Ой, нас зомби снова это убивает. Да что ж ты такой, блин, засранец-то? Денег мало дали. 268. Давайте вот это качнем. Since I don't have enough, what if... А, вот, можно, если у тебя, типа, не хватает денег за детальки, можешь, типа, за убитых зомби покупать. Давайте, так еще даже и дешевле. Нормально. Прикольно сделано, прикольно. Давай, заезжай. Музыка новая, прикольно. В каждой части музыка новая, да. Давай, ускоряйся, ёпер, СТ, что творится, блин? Что творится? Ну все понятно. Класс, нас перевернули. Ага, у нас еще турбина, ребят, постоянно перезаряжается. Надо это учесть. Кстати, уже 666 мы проехали. Нормально. Прикольно. 301. Давайте вот тут вот, это вот трансмиссия. А, подождите, suspension. Вот трансмиссия. Это suspension, типа, вот трансмиссия, да? А это suspension, это что? Типа амортизатор, я понял. Гоу! Поехали.
Все, ребят, надо постоянно использовать вот эту вот штучку. Типа буст. Он все равно постоянно перезаряжается. Вылетаем прям зачетно. Нет, вот я не люблю в этой игре, блин, переворачиваться. Ой, обидно, обидно. И хрена себе, что там за зомбарь-то такой опасный. Смотрите, у него железные, блин, ноги. Давай. Ой-ой-ой. Нифига себе, кстати, реально графен поменяли. Улучшили. О, все, мы 1000, ребят, проехали. А что там по топливу? А, ребят, у меня тут топлива, в принципе-то, и нету. Топливо, походу, убрали, да, я так понимаю? Теперь просто надо ехать, чтобы у тебя не закончилось ХП. То есть, чтобы тебя вот этот зомбарь не убил. Прикольно. О, congratulations. Плюс один. Has reached 1000 футов. Nice, I've reached 1000 футов with this car. My... Нормально. Хорошая, типа, умная идея. To count my map pieces. Ну, я, в принципе, понял, что он имеет в виду. Давай, 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 давай. Ну, что ты от меня хочешь? Поехали лучше в игру. Апгрейдить надо машину. Угу. Давайте вот эту штуку прокачаем. И вот это, буст. Да, буст надо качать. Чтобы он был помощнее. Надо сразу, ребята, отрываться от зомби, чтобы он нас не дамажил. И постоянно пользоваться бустом. Не, мне часть нравится очень. Я понял фишку этой новой части. Она сделана более упрощенная по сравнению со второй, но более типа такая динамичная и интересная. Чтобы ты на одной машине не сидел, блин, по несколько часов. В принципе, очень даже интересно сделано. Тихо. Да что ж ты, блин, будешь... Давайте, зомби сраные, меня застопили. Ай, толстякчики еще какие-то прибегали. Живем, живем. Ай, эпично просто это было. Нас в воздухе убивают. Нормально. 300 у нас уже деньжат. Давайте качнем вот это и поехали. Если нужно прям постоянно прокачиваться, это, ребят, очень реально сложно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все сложно. Давай, давай, едь. Опа-на. Промахнулся по мне, засранец. Проезжаем, давай. Вот это очень... Ну, вот я не могу этот чувство участок, бывает, проехать. Надо качаться, качаться. 200... Я не могу, смотрите, прокачать. А, вот все, нормально. Сразу нужно вот здесь вот топить и отрываться от этого зомбака. И не переворачиваться. Вот, все, я уже застопил. Он меня сейчас спокойно может догнать. Здесь, ребят, главное не переворачиваться. На гору главное быстренько залетать. Буст надо держать все-таки, да, до гор там всяких. Вот все, отрываемся. Ой-ой-ой, все понятно, минус. Видите, все как сложно. Очень, вы видите, сложно. Буквально один переворот и все. Но машина, ну, такая себе. Прокачиваться, да, надо. Вот, мощность надо, мощность надо. Вот я прям чувствую, что надо. Вот, сразу отрываемся. Все, тихо-тихо. Главное не переворачиваться. Вот здесь надо аккуратненько вот так вот. Ну да, ребят, постепенно мы изучаем карту. Думаю, сейчас постепенно я к ней привыкну. Вот здесь вот все. Вот здесь на гору, в принципе, можно спокойно заехать и самому. Главное не переворачиваться. Вот это очень-очень-очень опасный участок. Во, нормально. Вы видите, так сделана поверхность, что ты можешь... Постоянно перевернуться. Не, буст лучше так, наверное, не использовать. Вау, давай. Нормально, живем. 1000 метров. Пошел нафиг. Тут еще какой-то байкер-зомби. Что ты делаешь? Пошел нафиг. Вы это видели? Я его убил. Это было очень эпично. Ну все, здесь мы застреем. Хотя нет, еще живем вроде. Офигеть. Ну все, вот здесь, да, уже все, ребята. Это было очень круто. Просто жесть. Ну, кстати, 412. Давайте управляемость машины мы немного, ребят, прокачаем.
Давай, давай, аккуратно. О, ну все, вот это фейл. Фейл. Понятно. Это, ребят, был фейл жесточайший просто. Поехали. Ускорение сразу же. Зафейлить здесь очень легко. А вот красиво, эпично все проехать, не врезаться, не затупить, не перевернуться, очень, ребят, сложно. Игра сложнее предыдущих частей, как по мне. Вот я уже перевернулся, не, вроде еще нормально. О, вы это видели, это было очень эпично, опять же. Ускоряйся, блин, давай. Ой, нормально. Капец он быстрый этот, засранец зомби на здоровой машине. Ай, в полете. Сейчас на зомби, да, упаду? А, нет, дом здесь был. Видите, ребят, то, блин, проезжаю по хрен знает сколько, то не могу вообще. Здесь еще сделано так, чтобы ты не прокачивал одно что-то на фул, а типа одновременно все прокачивал. Я не знаю, плюс это или минус, но я помню, это я постоянно прокачивал постоянно топливо сначала вот почти полностью. Двигатель, да, всякие обвесики ставил, потом там всякие ненужные штуки, типа там буст. Хоть они и не такие уж и не важны, но все равно. Кстати, во второй части уже было сделано так, что ты мог там на выбор взять себе либо пушку, либо буст, либо того и того наполовину, и тогда бы ты уже прошел уровень. В первой части нужно было, по-моему, все, да, качать? А там буст давался плюс 10 или плюс 5%, и он давал реально много. Так, мы можем за деньги убитых именно зомби прокачать. Колеса, может? Не-не-не-не. Нам надо, ребят... Да, давайте все-таки колеса. Колеса очень важны. Сцепление, чтобы было хорошее. Ой-ой-ой-ой-ой, ну все, фейл снова. Да что ж ты будешь делать? Ненавижу такие фейлы. Блин, ребята, у нас, наверное, не получится в одной серии две машины. Давайте мы сегодня, да, поиграем, просто обзорчик типа такой вот. Даже в следующей серии следующую машину откроем. Давай, едь. Есть, мист. Промахнулся. Так, надо полностью... Оу, это было очень эпично. Надо подождать буст и затопить. Вот все, просто вылетать отсюда. Давайте, еще зомби-засранцы на меня все время... Вот этот плохой зомби. Все-таки убивает. Ну, видите, очень сложно. Я не знаю, как я тогда в прошлый раз так проехал красиво. Так, деньги... Ага, обязательно надо качать. Давайте вот это тогда. Может, моя ошибка то, что я вначале буст использую? Как по мне, нет. Так, давайте вот сейчас без буста вот полностью его оставим, да? Вот на гору, ладно, можно, чтобы не тормозить сильно. Вот все. Ждем полной перезарядки, тогда только им будем пользоваться. Вот здесь, думаю, можно спокойно классно воспользовался. Понятно. Пошла нафиг, блин, игра. Сдолбала меня это переворачиваться. Что за нафиг? Вот, все здесь аккуратно. Не там уже я приземлился, где надо. Фейл уже. Здесь, я думаю, можно вылететь немного. Тут еще надо с бустом тоже не переусердствовать, потому что, вы видите, я могу спокойно вылететь и застрять. Во. Буст, врубайся. О, это было нормально. Вот на вот эту, не на локацию, на вот это место нужно оставлять обязательно, ребят, буст. Он очень важен. Пошел-ка ты нафиг. Полный буст ждем, тихо. А, не нормально. Полный, ребята, ждем. Нет! Здесь я снова перевернулся. Да что ж ты будешь делать? Вот эта сраная машина здесь стоит. Вот почему? Ну почему? 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 Так, давайте вот это вот прокачаем и поехали. Воу. Прям затопили.
Так, здесь вроде более-менее приземлились, но все равно как-то медленно. Медленно все идет. Здесь немножко можно использовать буста. Но там на гору главное его оставить. Это где-то 900 метров. Ну, точнее, не метров, а футов. Давайте метров. Для нас, да, более легче будет как-то ориентироваться. Короче, 900. Сейчас только 800 почти. Вот сейчас будет. Здесь надо самому. Вот, все. Ах, все равно не хватает. Ай, да ну как так-то? Сколько, блин, у нас хп? Как-то надо увеличивать хп. Как хп увеличить? Может, что-то можно повесить. 820. Мы сейчас так уже эту всю машину на фул прокачаем и откроем, блин, следующую. А карту никак мы не можем пройти. Так, 850 где-то надо оставлять на 850 буст. Здесь можно вылететь. О, нет, здесь лучше не вылетать. Ну все, хп у нас очень мало. Ну понятно, эта хрень очень сильно бьет. Обязательно птивер прокачивать, почему так? Во. Давай заезжай. Во, хорошо, хорошо. Вот здесь не надо буст использовать. А вот здесь надо, ребят, буст уже использовать. Не то мы будем очень долго ехать. О, прям эпично вылетаем. Зомби, пошел-ка ты нафиг. Все, 800. У нас фулочка на буст, фулочка, короче. Вот, вылетаем. Смотрите, ой, как хорошо. Главное теперь все, выжидать тут. Пошел нафиг. Что это было, блин? Не надо было здесь буст использовать, буду знать. Все, я здесь застрею. Ну, все, понятно. Здесь буст ни в коем случае нельзя, ребят, использовать, вы видите. Не то это просто фатально будет ваша ошибка. 502. Давай, давай. Пролетаем. Ох, вы это видели? Прям как красиво мы вылетаем. Вот, все, фулочка почти буста. Смотрите. Вот, тараним и вылетаем вот здесь. Ух, это офигеть как круто. Так, вот здесь нельзя буст. Все, просто едем. Пофиг на этого засранца на мотоцикле. Сейчас мы его так убьем. Вот, все. А здесь можно вылететь. Ох, как хорошо. Тихо. Вот это, над этой машине. Все, мы застряли в прошлый раз. Мы в этот раз вырываемся вперед. Нет, перевернулись. Давай. Все, нормально. Вырвались. У нас еще почти фул хп. Давайте 2000 уже мы эти проедем. Не, рано, помню, я использовал. Ну ладно, нормально, нормально. Вперед, главное вырваться. Последнее попадание буквально. Ай, блин. 1700 будет? 1699. Это было очень круто. Ну ладно, ребята, давайте, в принципе, на этом заканчивать. Давайте мы движочек прокачаем. И я думаю, в принципе, да, давайте на этом уже мы закончим. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если наберется 1000 лайков, то я обязательно запишу уже завтра, типа, как скачать эту игру, да, полный обзор. Ну, такой он будет кратенький, небольшой совсем. Либо, возможно, я вставлю это в начало игры, да, следующей серии по Until Die 3. Ну и, кстати, не забывайте скачивать Until Die 3 по ссылочке в описании. За это я вас только прошу поставить лайк. Если вы не подписались, подписаться. Можете также нажать на колокольчик. Напишите любой комментарий. Ну, желательно позитивный, да. Все, давайте, всем пока-пока-пока.